Спортивный зал Ясенской школы уже готов к приему ребят. Все, что требовалось заштукатурено, стены выкрашены, нанесена необходимая разметка. Кроме того, приведены в порядок раздевалки и душевые комнаты. Самый масштабный ремонт проходит в актовом зале. Сюда вложены бюджетные средства, на которые мы покупали половую рейку, лиственница. То есть это хорошее дерево, которое очень прочное. Ну, как мастер сказал, работать с ним, конечно, тяжело, но... Что сделаешь? Сцена была совсем небольшая, ее увеличили на 1,5 метра. Теперь выступать на ней смогут даже дети из музыкальной школы. Все подмостки пропитают специальным противопожарным составом. Из новшеств в Ясенской школе система видеонаблюдения. Ее установили в рамках областной программы. Теперь мы можем смотреть школу, охрана может смотреть по периметру. В любое время суток записи это хранится, 2 недели. Для нас это очень хорошо. К новому учебному году столовую планируют заменить электропроводку, а вход в школу в скором времени оборудовать пандусом. В рамках программы «Доступная среда». В подготовку учреждения вложены средства из районного и областного бюджетов. Традиционно школе помогают спонсоры – Новосибирская птицефабрика, Ясенский комбинат хлебопродуктов и администрация Ясенского сельсовета.